Сегодня елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился с посланием к народу Казахстана, и его основной посыл был, конечно же, в сторону людей. И в этот сложный период карантина из-за коронавируса он попросил людей все-таки сохранять спокойствие и соблюдать правила карантина, не выходить из дома, соблюдать чистоту. Ну и, конечно же, это самый большой правильный посыл, так как на сегодняшний день у нас есть печальный пример Италии, которая опередила по смертности даже Китай. Один из важнейших посылов, конечно же, был создание специального фонда, куда люди могли бы перечислять средства для того, чтобы помочь тем людям, которые нуждаются в помощи по-настоящему. Это социально незащищенные слои, это наши старики, многодетные матеря, матери-одиночки. Вот именно им сейчас нужна эта помощь для того, чтобы в этот период помочь, чтобы они не выходили из дома и соблюдали этот карантин. И, конечно же, понимаем, что многие из них остались, к сожалению, без средств существования, поэтому необходимо помогать им. И, конечно же, большой посыл это был для наших предпринимателей, для того, чтобы они уже, как те люди, которые являются флагманом движения экономического в нашей стране, помогли нашим не социально уязвимым слоям, и перечисляли туда деньги. Большой и крупный бизнес пошли навстречу. Вот это мой личный пример. Мы с друзьями собрались, буквально сегодня раздавали, сегодня-вчера мы раздавали специальные коробки и санитайзеры для того, чтобы поддержать людей. Я, конечно, просто хочу призвать тех людей, у кого есть возможность. Я не говорю обо всех людях, да, но наша казахская нация всегда была таковой, что в трудные моменты мы всегда объединялись, и было очень много разных сложных моментов в нашей жизни, но именно единение помогало нам выжить. Да. Это и был и голодомор, и период перестройки, и еще много-много факторов экономического кризиса, когда было. Да. То есть мы все благодаря сплочению нашего народа смогли выжить. И я думаю, что и это тоже коронавирус, и эту пандемию мы пройдем.